Из Египта в Российскую Федерацию экстрадирован обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии Давид Герлиани. В июне 2021 года Герлиани был объявлен в международный розыск. По данным следствия, с 2014 года он занимает высшее положение в преступной иерархии. Обладая авторитетом в криминальном мире, вор в законе распространял свое влияние на осужденных, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний в Смоленской области. Группа, которую Герлиани создал и возглавил, в 2020 году вымогала у мужчины 15 миллионов рублей. Один из преступников был задержан во время передачи потерпевшим части суммы в размере 10 миллионов рублей. В апреле 2021 Давиду Герлиани было заочно предъявлено обвинение в совершении противоправных деяний и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В июне того же года он был объявлен в международный розыск на основании запроса Главного управления МВД России по Москве. В марте этого года фигуранта задержали на территории Арабской Республики Египет, уточнила Ирина Волк.